Нашла. Снимаются маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Петерис выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют растяжки, голограммы, копии, подключки, все это выходит, отключается и становится видимым. В нем сидит кто-то, защиту выставляет, не подпускает меня. К кому не подпускает тебя? К тонкой копии. Энергии упругие, чувства от него идут. Выставляет кто-то. Тонкая копия вышла. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Петериса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Петериса поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Сейчас я кому-то отобью что-то. Мы на месте. Хорошо, Петерис идет к маме. Мы спрашиваем разрешение у мамы на диагностику и чистку. Разрешает. Хорошо, Вера, ну посмотри еще раз. Кто там? Видно что-то? У него тяжелое что-то стоит внутри. Хорошо. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканер сканирует пространство над головой Петериса, под ногами 360 градусов вокруг него. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Петериса, находит все. У него демон с какой-то установкой. Демоняка, да? Он вышел вместе с этой установкой. Хорошо. Считай цифру этого паразита над головой. Все, подожди, сканер не закончил пока. И спрут у него на голове. Хорошо. Считай цифру демона над головой. 12. 12 герц. Ну что, паразит, ты пытался мне своими защитами мешать работать. Демон получает удар 500 тысяч герц. Удар. Следующий удар будет 1 000 000 герц. Он говорит, хорошо, хорошо, 1-1, давай не будем. 1-1? Нападает друг на друга. 1-1, в моих руках появляется шар царя энергии царя Соломона. Повтори еще раз то, что ты сказал. Я защищался от тебя, ты ударил меня. Это примитивные способы, давай оставим их. Да? А ты вошел в ребенка, это примитивно или нет, скажи мне? Это удобно. Удобно. Хорошо, а мне удобно тебя сегодня скинуть в галактическое ядро, перед этим обрезав тебе рога. Тебя устраивает такой вариант, а меня устраивает? Через ребенка можно воздействовать на родителей. Хорошо. И других детей. У тебя есть контракт с ребенком? У тебя есть контракт с ребенком? Нет. Хорошо. Хочешь получить 5 миллионов герц? Нет, хочу договориться цивилизованно. Что это за беспредел, Дима? На чем мне с тобой договариваться? Ты в ребенка вошел, я мог за взрослых разговаривать. Договариваться с тобой. Те еще в чем-то виноваты могут быть. В чем ребенок виноват? У тебя есть родовой контракт с ним заключенный? Какие у тебя обоснования присутствия в этом биополе? Нету контракта, сказал же, удобно так. Ну хорошо, тогда пеняй на себя. Сколько ты находился в этом биополе? 7 месяцев находился. Хорошо. Сколько ты находился спрут в этом биополе? 5. Чего 5? 5,5 месяца. Угу. Хорошо. Я посмотрю, что вы у него украли. После этого уже будем разбираться дальше. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Петериса спроецировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. И... Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Петерису. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Посмотри, что он давал. Он ему мультики показывал. Это конструкция, она как прожектор. Он ее мог как защиту выставлять. Это то, что он делал на меня. И я чувствовала его энергии. И он также поднимал луч наверх к его голове. Он транслировал его мультики. Он внушал ему, что он старше всех. Что он очень важный. Что у него много прав. Что все вокруг, они его недостойны. И хотят причинить ему боль и зло. И нужно быть осторожным. Хорошо. Закончился реверс.
Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Петрис забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Петрис себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Установку он устанавливает в ребенка. Хорошо. Как ты собираешься компенсировать нанесенный ущерб? Какой ущерб? Сейчас посмотрим. Тот, который сейчас выходит из твоей конструкции установки, который ты за 7 месяцев нанес его тонкому телу и физической копии. Любишь экспериментировать с установками. Ну, сейчас проверим, как она работает на тебе. Я не экспериментирую. Ну, хорошо. Для меня это эксперимент. Это уже проэкспериментированный инструмент. А ты знаешь, сколько времени у меня займет его перепрограммировать? 3 секунды. Я тебе такой поток ангельской энергии дам. Тебе так будет светло. Ревер закончился. Хорошо. Так. Спрут. Выбежал, собрал все, что я оставил, и быстренько вернулся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц. Если что-то останется, сгоришь. Приступай. Ну, на голову присоски установил. Держится за них. Все собрал. Так, я даю команду сканеру. Сканер сканирует еще раз тонкую копию Петриса на частоте демона и его установки. Пошел скан. Если еще что-то осталось незамеченным, не вытащенным, энергии, все это выдавливается сканером и формируется в шар. Если мелкие частицы, уничтожаются на месте. У него есть от демона еще установки. У него накидка на плечах. Накидочка. Хорошо. Давай накидку вытаскивай. В клетку. Готово. Еще есть что-то, кроме накидки? Нет. Выстраиваю канал к накидке. Реверсом отдаю. Петрис отдает весь негатив, который он получил через эту накидку. Все программы. Все пошло назад. 1, 2, 3. Мощным потоком. Ты демон-беспредельщик. Я делал его главным. Хорошо. Сегодня он же взрослый. Ему 8 лет. Он взрослый? Ну, старше всех. Почти. Хорошо. Любишь шутить? Я тоже. Это не шутки. Ревер закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы из накидки, забирая все родные энергии, все, что украл демон через эту накидку. Пошло все назад. Он не понимал, где правда, где ложь, где правильно, где неправильно. Он делал, как говорит демон, но чувствовал себя плохо и поэтому не понимал. Ну, ребенок, 8 лет, ну что ты хочешь в таком возрасте? Правильно это или нет? Взрослый не понимает. Ревер закончился. Отлично, хорошо, все. Ревер закончился. Включая внутренний... Так, под накидкой открывается портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Включаю внутренний белосвет Петрису, и этим внутренним белым светом выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся на его, в его биополе, а также на частотах интерферентов. Пошел свет, свет выдавливает эти все энергии из его тонких тел, они формируются в шар. Небольшой шар. Под шаром, открывая портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Спрут, я тебя больше никогда не увижу. Если я тебя еще раз увижу в этом ребенке или в другом из этой семьи, это будет последнее, кого ты увидишь. Все тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Спрут уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, даю команду. Установка демона перепрограммируется на счет 3. 1, 2, 3. И на счет 3 эта установка забирает 80% энергии, когда я включаю на полную мощность. Устанавливаю эту установку в демона. 1, 2, 3. И включаю ее на полмощности. Пошел процесс. Но он говорит, что ты делаешь, другим энергии отдавал негативные, а у меня забираешь. Я тебе объяснил свою точку зрения, мне нечего тебе добавить. Накидка и установка в 8-летнем ребенке. Да я сейчас поток абсолюта открою над тобой, поток любви отца над твоей клеткой.
Ты получишь незабываемые впечатления. Ну, он просит, хватит, мне потом долго восстанавливаться придется. Да я только хотел на полную мощность включить. А ты уже останавливаешь? А как же так, демон? Ты сидел у него сколько? 7 месяцев. Выключая остановку, вытаскиваю из демона. Идет в соседнюю клетку. Готово. Открывая под ней портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Демон, если я тебя еще раз в этом биополе увижу, или в этой семье, или в этой квартире, в следующий раз ты уйдешь за этой установкой. Даже без разговоров. Тебе это сейчас понятно? Понятно. За детей и животных я наказываю. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Вышвыриваю на его чистоту. Пошел отсюда. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Паразит. Готово. Клетка пустая? Пустая. Хорошо. Давай уберем эмоциональные вещи. Неприятные. Значит, Петрису очень важно знать, какую часть в семье он занимает. Когда он это понимает, он спокоен. Когда внимание родителей переходит на младших детей, он беспокоится, считает себя забытым, ненужным. Понятно. Да. Хорошо, это мама должна объяснить ребенку, что он равноправный член семьи и, соответственно, еще и старший брат. Старший брат, и он видит себя рядом с родителями. Угу. Как старший. Хорошо. Пусть, значит, мама тогда этот вопрос решит с ним. Мы закончили чистку. Петрис, как ты себя чувствуешь? Больше ничего не беспокоит? Нет. Интересные волны вокруг меня. А, это твои родные. Да, это твои родные энергии. Вот так вот. Обращаем внимание мамы Рета. До 16 лет мама защищает детей своим намерением, выставляя защиты, выставляя меркабу, делая купол вокруг ребенка, силой своего намерения, чтобы ни одна сущность в него не вошла. Вы это понимаете? Да. Отлично, работайте. Сейчас мы будем возвращать Петриса назад и поднимем потом второго ребенка. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию рождения воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, в ней ящер. Ящер. Отлично. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Язипса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Язипса поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Поприветствуем Язипса. Он идет к маме. Сила моего намерения вытаскивает этого ящера, кидая в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть в клетке. Ребенка рвет. Хорошо, это от энергии, которые еще остались. Считай цифру этого паразита над головой ящера. 56. И все. Хорошо, ящер. Даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Язипса, под ногами 360 градусов вокруг него. И 7 тонких тел Язипса находит все. У него один канал к ящеру. Хорошо. Сколько ты находился в биополе ящера? 1 год и 3 месяца. Кто тебе разрешал входить в биополе ребенка, которому всего 5 лет? Подпитываться энергиями мне нужно. Что значит тебе нужно? У меня недостаток энергии. А при чем здесь ребенок к твоему недостатку энергии? Ты что думаешь, ты будешь просто приходить и паразитировать на человеческих душах, беря что тебе надо, что тебе хочется? Даю команду сканеру, сканер сканирует сейчас Язипса, выводит, отключает все подключки на частоте ящера. 1, 2, 3. Все выходит вместе с сопутствующими энергиями. Зависает перед Язипсом. Но у него есть конструкция. Отключается полностью, безболезненно выходит. Вышло. Тогда здесь заберем все, что там есть. Будем дальше смотреть. Я даю команду тонкой копии Язипса спроецировать энергетический канал к ящеру и этой конструкции. Каналы выстроились.
Я даю команду тонкокопии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Язипсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Что идет? Это хрип идет. Хрип. Хорошо. Все назад. Энергии возвращают. Ящер. Да. Готово. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке рельса Язип забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, до последней капли возвращается назад. Он знал, что мы придем. Он благодарит. Кто знал? Ребенок. Язип. Ребенок осознанный, да. Он спокойный. Отлично. Готово. Хорошо. Мы все забрали реверсом и вытащили все. Даю команду на рассинхронизацию Язипса с ящером и его конструкции на счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Ему информация идет. Да, от куратора. Что там? Он его облучил перед воплощением на Землю. Кто облучил? Язипс ящера. Язипс. А ну ящера, ну давай рассказывай. Что там такое было? Это значит месть, да? Ну сегодня ты такое облучение получишь. Он его облучил, и ящер, он как бы, ну, болеет, получается. И вот эти чистые энергии он пришел у него забрать. Поддерживает свою жизнь на них. Мы это все заберем назад. Рассинхронизация закончилась? Да. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла. Контрольная проверка. Он говорит, хорошие у вас технологии современные. Он чистый. Отлично. Хорошо. Подхожу к Язипсу. Кладу руки на плечи, помогаемой энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам. 1, 2, 3. И их под ключиком удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Я тебя еще никогда не вызывал из-за такого мелкого ящера, но просто он сидит в ребенке, которому мало лет. И там какая-то длинная история. Это похоже на какую-то месть. Посмотри, пожалуйста. Не знаю друг друга. Но ей говорит привет, Ли. Она говорит привет, Язипс. Замечательно. Старый друг, заберем, больше не беспокоит. А, отлично. Тоже наш коллега? Работали? Да. Отлично. Больше не будет беспокоить. Все. Забрали. Отлично. Благодарю, Ли. Конструкция осталась? Да. Под ней открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Все. Поехали. Уберем все лишнее из его биополя. И пусть тонкая копия Язипса вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 250. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Язипса до числового значения 250 Гц. Пошел подъем. Душа и ум у него должны быть в согласии. Тогда он правильным путем будет идти и много сделает в своей жизни. Передаем ему и маме. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Язипс, как ты себя чувствуешь после чистки? Восстановиться надо, как после любого ранения. Будем тебя возвращать назад в систему биоробот-душа, и чтобы все энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Язипса в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Конструкторы он любит, он созидает, когда собирает что-то. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.